Это кадры оперативной съемки. В пластиковой канистре 9 килограммов героина. Двух подозреваемых в торговле наркотиками задержали у зала торжеств Шымкента. В операции принимали участие сразу 4 полицейских управления по борьбе с наркобизнесом, экстремизмом, подразделения «Орлан» и кинологическая служба. Имеются ли при вас какие-либо противозаконные вещества, оружие, наркотики? Деньги? Какие деньги? Откуда они у вас? У подозреваемых также изъяли в качестве вещественных доказательств 7 миллионов тенге. По указанному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это незаконное хранение, ношение наркотических средств. Проводится расследование. Подозреваемые взяты под стражу. С начала года в нашей области было изъято более 5 центнеров наркотических средств. Зарегистрировано более 100 фактов сбыта. Бахром Абдуллаев, Николай Иванов, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».